Друзья, с чистым четвергом вас, с праздничком. Всего-всего хорошего. Показываю, где я все посадила. Это вот хохлатки. Цветы все цветут. Видите, красота какая. Прострелы. Ну вот, посадила вот здесь лиственницу крейчи. Здесь вот она, гортензия, самарская лидия. Здесь вот в кругу у меня, по кругу розы идут, ирисы, лилии здесь у меня. И вот здесь в середине посадила вяз шершавый. Здесь посадила нектарин, опылители. Вот они у меня, два персика. Ну или вот еще абрикос огромнейший. А здесь в розарии посадила розы, плетушки. Буду здесь делать для них опоры. Потом покажу. Вот здесь уже у меня одна есть по краю будет. Такая она светлая, розовая. И с того края тоже такую же посадила. Вот. А здесь будут переплетаться в разные стороны. Вот так две посадила. Здесь посадила вот магнолию. И здесь в прошлом году вот это желтое было посажено. И вот это еще одна розовая. Вот здесь будет три. И там у меня еще три штуки. Вот мои магнолии. Вот это соланжа. Это уже вот распустилось практически. Звездчатая. Вот. И вот еще одна такая сиреневая.